Мои хорошие, у меня реально сердце кровью обливается. Я очень надеялась, что я очень быстро пойду на поправку. Но, к сожалению, как бы мы ни старались, как бы мы не принимали все возможные меры, к сожалению, концерт 14 февраля, который должен был состояться в Твери, нам придется перенести. Врачи просто не дают мне возможности. И нужно немножко больше времени, чтобы восстановиться. Мы переносим концерт мы переносим концерт с 14 февраля на 22 марта. Все билеты, которые вы приобрели и купили, будут действительны. Я очень сильно прошу прощения. Я очень хотела встретиться с вами и отметить этот замечательный праздник. Но, к сожалению, сами видите, не все всегда происходит, как мы хотим.